Северная сортировочная станция города Чэнду, являясь железнодорожным узлом юго-западного Китая, всегда работает очень интенсивно. От нее идет путь до города Чунцин. Это железная дорога Чэнъюй, Чэнду-Чунцин. Она известна как первая железная дорога Нового Китая. Строительство железной дороги Чэнъюй началось в конце правления династии Цин в 1909 году. Однако до образования КНР большинство железнодорожных путей по-прежнему оставались лишь нанесенными пунктирными линиями на карте. В действительности, до образования Нового Китая, за исключением трех провинций на северо-востоке страны, почти ни одна из главных железнодорожных линий в остальной части Китая так и не открылась. Промышленности в Китае в то время практически не было. Страна была бедной и отсталой, нуждалась в скором возрождении. Мао Цзэдун на подготовительном заседании по созданию нового политического консультативного совета сказал: «Как только судьба Китая оказалась в руках народа, Китай стал похож на солнце, которое поднимается на востоке и своими лучами озаряет землю». Площадь Тяньаньмэнь в Пекине – это крупнейшая в мире площадь в центре города. Она – свидетель процесса возрождения Китая из руин. После основания Нового Китая на площади Тяньаньмэнь ежегодно отмечают в праздничной атмосфере 1 октября и 1 мая. Это день образования КНР и день трудящихся. Впервые в Китае Международный день трудящихся отмечался 1 мая 1950 года. В тот день колонны демонстрантов, состоявшие из 200 тысяч человек, шли 7 часов под проливным дождем. Трудящиеся, ставшие хозяевами страны, никогда прежде не могли так торжественно, уверенно и смело отмечать свой праздник. Прошло всего 8 месяцев после создания Нового Китая, как во внутренней и внешней жизни страны образовалась картина полного обновления. В июне 1949 года Мао Цзэдун обратился с призывом бороться за достижение существенного улучшения финансово-экономической обстановки в стране. Был опубликован закон об аграрной реформе КНР. Весь народ Китая с небывалым и огромным энтузиазмом включился в строительство Нового Китая. Однако, когда китайский народ был готов к строительству и восстановлению страны, лежащей в развалинах, неожиданно разразилась война. «25 июня 1950 года началась Корейская война. Седьмой флот США нагло вторгся в Тайваньский пролив. В октябре американские войска пересекли 38-ю параллель, непосредственно расширив театр военных действий вплоть до реки Елудзян. Оказавшись перед лицом страшной опасности, новая республика была должна принять решение». Мао Цзэдун и ЦК Компартии Китая всесторонне проанализировали обстановку, приняли стратегическое решение о борьбе против США, оказании помощи КНДР, защите домашнего очага, обороне Отечества. Китайские народные добровольцы провели подряд 5 важных сражений. В результате линия фронта оказалась в районе 38-й параллели. В этой витрине мы видим землю, взятую с фронта Корейской войны.
这铲土呢，就是来自于朝鲜战场上的上甘岭阵地。我们可以目测一下，当时土和弹片的比例几乎可以达到了1:1的比例。 В ходе необыкновенно жестокой войны противники применяли почти все виды современного оружия, за исключением атомной бомбы. Наши добровольцы своим героизмом демонстрировали мощь армии Нового Китая и укрепляли авторитет страны. В 1953 году военные действия в районе 38-й параллели утихли. 27 июля в результате тяжелой трехлетней борьбы и переговоров китайскому и корейскому народам и их армиям наконец-то удалось заставить США подписать соглашение о прекращении войны. Впоследствии Пен Дэхуай с гордостью сказал: «Время, когда западным агрессорам удавалось в течение нескольких сотен лет, используя небольшое количество орудий, захватывать одно из государств Востока, навсегда ушло в прошлое». Всемерными усилиями, оказывая поддержку КНДР в борьбе против США, весь китайский народ с небывалым патриотическим энтузиазмом принялся за строительство страны и восстановление народного хозяйства. Более 100 тысяч людей было мобилизовано на строительные работы. Объем каменно-земляных работ составил 14 600 000 кубометров. Было построено 14 туннелей, более 200 больших и малых мостов, более 400 водоводов. В процессе выполнения этих тяжелых работ в основном использовались такие примитивные орудия труда, как кирка, молот, щуп, мотыга и лопата. Трудно поверить, что железная дорога Чэньюй, строительство которой было отложено на более чем 40 лет, в Новом Китае была создана всего лишь за 2 года. В те тяжелые годы новая республика придерживалась курса одновременно сражаться, добиваться стабилизации и осуществлять строительство. Кроме железной дороги Чэньюй, завершилось строительство ряда крупных объектов, в том числе Аньшанского металлургического завода, Шанхайского электромеханического завода, нового порта Тангу. Была осуществлена аграрная реформа в деревне, что позволило более 300 миллионам крестьян в новых освобожденных районах приобрести 46 миллионов 600 тысяч гектаров земли и средства производства. В результате крестьяне, составлявшие большинство населения страны, стали хозяевами своей судьбы. Всего лишь за 3 года, а именно до конца 1952 года, промышленность и сельское хозяйство благодаря героическим усилиям достигли наивысшего в истории страны уровня производства. Осуществилось восстановление народного хозяйства. В одном из выставочных стендов среди экспонатов на тему «Путь возрождения» в Национальном музее находится памятник культуры государственного значения первой категории – подлинник программы первой пятилетки. В то время это был совершенно секретный документ. С 1953 года началось всестороннее осуществление программы первой пятилетки. Китай, являвшийся бедной аграрной страной, начал движение по пути быстрого превращения в могучую промышленную державу. Чанчунь – это колыбель автомобильной индустрии Китая. 15 июля 1953 года люди на пустынной окраине этого города стали свидетелями исторического момента. В этот день 6 молодых строителей заложили первый камень из белого мрамора с надписью «Мао Цзэдуна». Так было положено начало созданию автомобильной индустрии Нового Китая. С этого времени развернулась напряженная работа, длившаяся 3 года. В результате 13 июля 1956 года первым автомобильным заводом в Чанчуне был изготовлен первый автомобиль марки «Диафан» – «Освобождение».
те годы китайцы, можно сказать, голыми руками добились удивительных достижений. В Китае появилась первая отечественная бесшовная стальная труба, построен первый самолет, создан первый грузовик и так далее. В процессе строительства страны китайский народ непрерывно шел от успеха к успеху. Первого октября 1956 года страна в седьмой раз отмечала национальный праздник Нового Китая. Лица демонстрантов светились искренней радостью. В том же году досрочно была реализована программа первой пятилетки. Китай осуществил строительство 921 крупного и среднего объекта. В их число входили и объекты, в создании которых оказал помощь Советский Союз. Ежегодный средний рост валовой продукции промышленности и сельского хозяйства составил 11,9%. Успехи первой пятилетки в строительстве и производстве во много раз превзошли достижения старого Китая за предыдущие 100 лет. В начальный период после образования КНР ЦК Компартии Китая, согласно предложению Мао Цзэдуна, творчески выдвинул генеральную линию и поставил главную задачу Компартии Китая на переходный период. А именно на протяжении достаточно длительного времени постепенно осуществлять социалистическую индустриализацию, социалистическую перестройку сельского хозяйства, кустарного производства, капиталистической промышленности и торговли. Наряду с постепенным созданием социалистической экономической системы стабильно шло строительство социалистической политической системы. Эта табличка с надписью «Центральное народное правительство» стала историческим памятником после того, как первая сессия Всекитайского собрания народных представителей первого созыва состоялась в сентябре 1954 года. Система собраний народных представителей творчески предоставила гарантию претворения в жизнь конституционного принципа принадлежности власти государства народу. Благодаря этому народная демократия в нашей стране вступила в новую стадию развития. Одновременно сотрудничество разных партий под руководством КПК и режим политических консультаций сыграли важную роль в политической жизни страны. В районах национальных меньшинств была создана система районной национальной автономии, утверждалось равноправие наций, их сплоченность и региональное развитие. В 1956 году в основном были выполнены задачи социалистической перестройки в области трех великих преобразований. Была создана основа социалистической экономической системы, что позволило начать масштабное социалистическое строительство. В это время Мао Цзэдун провел важные исследования. В апреле 1956 года Мао Цзэдун подвел их итоги и выступил с речью на тему о 10 отношениях. Из нее стало ясно, что Китай начал самостоятельный поиск более подходящего для страны пути социалистического строительства. И эта речь послужила теоретической подготовкой для проведения 8-го съезда Компартии Китая. На 8-м съезде Компартии Китая было принято предложение относительно программы второй пятилетки и был принят новый устав партии. Были поставлены главные задачи, стоящие перед КПК и всем китайским народом. А именно, необходимо сосредоточить упор на развитии общественных производительных сил, провести индустриализацию страны, постепенно удовлетворять непрерывно возрастающие материальные и культурные нужды народа.
было подчеркнуто, что необходимо придерживаться принципов демократического централизма и системы коллективного руководства, укреплять связь между партией и народом. На съезде было указано направление пути развития социалистического и партийного строительства. В феврале 1957 года, выступая на расширенном высшем совещании по государственным делам, Мао Цзэдун, обобщая исторический опыт в процессе социалистического строительства, изложил творческое учение о противоречиях в социалистическом обществе. В ходе поиска пути строительства социализма китайские коммунисты, представителем которых являлся Мао Цзэдун, творчески создали ряд теорий, выдвинули оригинальные теоретические проекты. В Китае в то время у людей сильное чувство национальной гордости переплеталось с огромным желанием построить новую страну. Эти устремления, слившись воедино, представляли небывалую силу. Однако в погоне за мечтой люди переоценивали свои силы, оставляя без внимания рациональный подход к делу. Погоня за достижениями в ходе первой пятилетки, как в центральных, так и в местных органах, у многих руководителей появились зазнайства и самодовольство. Они пренебрегали экономическими законами, пытаясь как можно быстрее добиться успеха. Политика большого скачка и создания народных коммун в 1958 году сильно осложнили дело социалистического строительства. С 1959 по 1961 год в Китае был самый тяжелый после образования страны период в развитии экономики. Растущий энтузиазм людей и неблагоприятная ситуация в народном хозяйстве заставили руководителей обратить внимание на необходимость выработки новой стратегии. В январе 1961 года в Пекине состоялся 9-й пленум ЦК Компартии 8-го созыва. Мао Цзэдун обратился ко всей партии с призывом, исходя из практики, реально подойти к делам в этом году. Впоследствии вся партия широко развивала эту концепцию. На собрании с участием 7 тысяч представителей, состоявшемся в 1962 году в демократичной обстановке, предварительно были обобщены опыт и уроки большого скачка. Достигнуто единство в понимании этих вопросов всей партией. В течение последующих нескольких лет народное хозяйство страны развивалось достаточно стабильно. Китай вышел из затруднительного положения. Прототипами этих скульптурных групп являются рабочие Дацинского нефтяного месторождения. После завершения политики большого скачка, когда промышленность Китая находилась в состоянии урегулирования и ее надо было поднимать, от геологических ведомств и нефтедобытчиков пришли потрясшие всю страну радостные известия. В 16 часов 26 сентября 1959 года вблизи поселка Датун на равнине Сюннэнь из скважины под названием Сунди-Сандзин забил фонтан черной нефти. На второй год началось освоение этого нефтяного месторождения. Этого человека, который прыгнул в боровой раствор и стал его мешать своими руками, зовут Ван Цзиньси. Он был бригадиром бурового отряда номер 1205 Дацинского нефтяного месторождения. Его называли «человек из железа». В 1959 году группа лучших научно-технических китайских специалистов внезапно для всех исчезла. Даже члены их семей не знали, куда они пропали.
Только в 1964 году, то есть спустя 5 лет, загадка их исчезновения наконец-то была раскрыта. Это произошло в то время, когда над пустыней на северо-западе страны в небо поднялось огромное облако в виде гриба. «16 октября был осуществлен первый взрыв первой в Китае атомной бомбы. 17 июня 1967 года была взорвана первая в Китае водородная бомба. 30 января 1970 года состоялся успешный испытательный запуск китайской стратегической ракеты «Земля-Земля» дальнего действия первого поколения «Дунфэн-4». 24 апреля 1970 года был успешно запущен искусственный спутник Земли «Дунфанхун». Успешные взрывы двух бомб и успешный запуск спутника Земли укрепили международный статус нашей страны, укрепили уверенность китайского народа в строительстве социализма и чувство национальной гордости. Успешно проведенные испытания двух бомб и запуск спутника Земли были осуществлены благодаря сильному духу китайского народа. Его любви к родине, бескорыстной отдаче делу, опоры на собственные силы, неуклонной силе воли, всемерному сотрудничеству, смелости в преодолении высоты. Наличие сильного духа до сих пор по-прежнему считается драгоценным богатством нашей нации. В те годы, когда в стране дела продвигались с большим трудом, появилось много героических личностей. В том числе рядовой солдат Лэй Фэн, который всем сердцем служил народу, секретарь парткома уезда Ланькао Дяо Юйлу, отдававший все свои силы делу служения Отечеству до последнего часа, рабочий ассенизатор Ши Чуансян, две сестры-героини родом из степи, которые боролись во время метели за спасение коллективного имущества. Все они стали представителями героического духа того времени. Их имена передавались из уст в уста, и до сих пор о них помнят люди. Подвиги этих героических людей, родившихся на китайской земле, повысили энтузиазм китайского народа, строившего социализм. Мы будем в будущем строить социализм. 建设的客观规律，以便利用这些规律为我们的社会主义事业服务，把我们的国家建设成为一个强大的社会主义国家。 В конце 1964-го, начале 65-го года на первом заседании ВСНП третьего созыва впервые всеобъемлюще и четко была поставлена цель превратить нашу страну в социалистическую державу, обладающую современными сельским хозяйством, промышленностью, национальной обороной и имеющей современную науку и технику. Однако достижение этой величественной стратегической цели было остановлено культурной революцией. Культурная революция продолжалась с мая 1966 года до октября 1976 года. Она сопровождалась внутренними беспорядками. Культурная революция была начата руководством. Это была ошибка, которую использовала контрреволюционная клика. Культурная революция причинила народу страны серьезные бедствия. В те годы государственное строительство по-прежнему с трудом продвигалось вперед. В середине 60-х годов 20-го столетия из-за суровой международной обстановки наша страна осуществила урегулирование, масштабную стратегическую перестановку производительных сил с востока на север, сделала акцент на строительстве в юго-западном и северо-западном районах Китая. Это были знаменитые 3 линии строительства. Панчжихуа – это промышленный город нового типа в западном районе Китая. Недалеко от него, там, где течет река Диншадиан, находится металлургическая корпорация Панчжихуа. Это место называется Нуннунпин. Трудно представить, что еще в середине 60-х годов 20 века здесь была пустошь. Об этом месте говорили: у 7 домов найдешь только одно дерево. С 1964 года десятки тысяч строителей и днем, и ночью начали здесь трудиться в очень тяжелых условиях. Как тогда говорили, на 3 камнях стоит котел, а жилье – палатки в горах.
В конце концов, 1 июля 1970 года металлургический завод, первоначальный проект которого был разработан патентами, официально вступил в эксплуатацию. Именно благодаря таким рабочим, несмотря даже на то, что народное хозяйство нашей страны за годы культурной революции очень сильно пострадало, были достигнуты сдвиги во многих сферах жизни Китая. В частности, были построены новые железные дороги, завершилось строительство Нанкинского моста через Янцзы. Некоторые крупные предприятия с современными технологиями вступили в эксплуатацию. Был успешно выведен и распространен новый сорт поливного риса, полученный методом гибридизации. Еще более заметные изменения произошли в дипломатической сфере. Наряду с непрерывным углублением дружбы со странами Азии, Африки и Латинской Америки, в 70-х годах 20-го столетия Китай шаг за шагом прорывал блокаду западного мира, что позволило создать новое пространство для развития страны. This is our Cameroon. Yes. 25 октября 1971 года на 26-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были восстановлены законные права КНР в ООН. Спустя 4 месяца специальный самолет президента США Ричарда Никсона приземлился в Пекине. Его визит получил название «Неделя, изменившая мир». Прорыв в блокаде китайско-американских отношений и их развитие стали важной страницей в дипломатической истории 20-го столетия. Спустя несколько лет Дэн Сяопин, руководивший в Китае проведением политики реформы открытости, дал такую оценку. Нам удалось в условиях сегодняшней международной обстановки взяться за проведение политики четырех модернизаций. Заслуги Мао Цзэдуна нам необходимо всегда помнить. Центральный руководящий коллектив первого поколения во главе с Мао Цзэдуном возглавил всю партию и народ при осуществлении новодемократической революции и социалистической перестройки. Заложил основы социалистической системы, успешно добился самых глубоких и великих общественных перемен в истории Китая. Это заложило главные политические предпосылки и систематическую основу для развития и прогресса современного Китая. В процессе поисков, несмотря на выпавшие серьезные испытания, Компартия Китая добилась оригинальных теоретических достижений и огромных успехов в строительстве социализма. В новый период истории это привело к созданию социализма с китайской спецификой. Был приобретен драгоценный опыт, освоена теоретическая подготовка и заложена материальная основа.